Рад приветствовать вас на канале, молодой изобретатель Данила Дмитриевич. А знаете ли вы, ребята, о том, что вот эта микросхема, которая является твердотельным реле, очень сильно реагирует на магнитное поле даже вот такого небольшого постоянного магнита? Давайте соберем небольшую цепь из этой микросхемы и убедимся в том, что магнит легко может воздействовать на эту микросхему. Точнее, мы соберем схему магнитоискателя. То есть, с помощью этой микросхемы мы будем находить места, где есть магнитное поле, магнитное притяжение или где находятся магниты. Наша простая схема состоит из микросхемы, питающих батареек и светодиода. Теперь мы возьмем магнит и поднесем его поближе к микросхеме. Как только мы подносим магнит к микросхеме, светодиод загорается ярким красным светом. Даже с незначительного расстояния, а не вплотную к микросхеме, сама микросхема чувствует магнит и тем самым поможет нам найти магнитные поля, которые могут прятаться, ну, например, под тканью, под столом или где-нибудь в земле. А значит, наша схема поисковика для магнитов удалась. И сделали мы ее всего лишь на одной вот такой вот замечательной микросхеме, зная ее волшебные, ну или секретные свойства.